Немногие достигли просветления из женщин от рождения религии. До нас дошла через века забвения история Рэнзю в старинной книге. Она была монахиней дзенской, паломничала по святым местам. Застала ночь ее в деревне Венской. Она стучаться стала по домам. Но люди отказали ей в ночлеге. О, Божья воля, истина добра! Своих забот в их суетливом беге хватало им от ночи до утра. Под деревом вишневым на поляне тогда приют свой женщина нашла. Но тело мерзло, и в ночном тумане она забыться долго не могла. Потом уснула. На исходе ночи проснулась вдруг от зова красоты. Изумленная открыла очи и над собой увидела цветы, которые в тот миг лишь распустились, белее снега, нежные и легкие. Она деревне молча поклонилась, и родились в душе ее стихи. Из-за их доброты, тех, что мне отказали в ночлеге, я узнала цветы вишни белой в весеннем разбеге. Шепот ночи, луны молчаливой сияния, наступление весны, снов моих увидания.